В эти минуты в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию, а посмотреть церемонию открытия могут не только зрители Платинум Арены. Моя коллега Альфия Еремеева расскажет, где еще можно оценить выступление. Она на прямой связи со студией. Аля, добрый вечер, рассказывай, где находишься. Света, здравствуй. Мы приехали на Театральную площадь. Здесь, а еще на восточной стороне острова Татышев и возле Вантового моста установили большие экраны. Это официальные фан-зоны, и сюда можно приходить и в будни, и в выходные, и смотреть не только церемонию открытия, но и соревнования. Так сегодня было днем и ближе к вечеру, когда мы приехали, там еще шла трансляция. Расписание я скажу чуть позже, ну а пока давайте узнаем у людей, которые пришли сегодня сюда, как они здесь оказались. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы здесь оказались, для чего приехали? Мы приехали на горке покататься. Просто из дома приехали. Да. А вы знали, что здесь будет проходить трансляция фигурного катания? Нет, не знала. А будете смотреть? Вот сейчас. Мы останемся, да. Как вы считаете, сколько времени можно провести на улице, чтобы посмотреть трансляцию? Ну, здесь около костра, я думаю, долго. Здесь тепло. Здесь тепло. Расскажи, пожалуйста, тебе как здесь? Нравится? Нравится. А ты за фигурным катанием следишь? Да. Какие соревнования смотрела уже? Ну, фигурное катание. Все ясно. Хорошего вам отдыха. Я напомню расписание. После церемонии открытия в 20:15 начнется короткая программа парного катания. Закончится выступление в начале 11-го, так что вы еще можете успеть. Завтра спортсмены начнут выступать в 13:30. Это будут танцы на льду. Потом в 16:15 произвольная программа мужчины. А в 19:30 вечера, примерно как и сейчас, начнется короткая программа у женщин. В перерывах между трансляциями вас будут развлекать аниматоры и артисты, но еще можно самим поупражняться в фигурном катании. На Татышеве открыт самый большой в городе каток, так что приходите обязательно, но не забывайте о том, что в Красноярск приходят холода и нужно одеваться теплее. Света, тебе слово. Спасибо, Альфия. Напомню, это была моя коллега Альфия Еремеева.